Audi RS4 первого поколения, наверное, один из самых, если не самый, крутой и желаемый универсал конца 90-х, начала нулевых. С одной стороны, внешность этого суперавтомобиля кажется довольно обыденной и неприметной. А с другой стороны, если присмотреться и обратить внимание на такие детали, как расширенные колесные арки, стильные и одновременно агрессивные вырезы на бамперах, элегантные диски, приходишь к выводу, что перед вами та еще горячая штучка. А горячим у этого автомобиля было, естественно, сердце. Это 2,7-литровый 30-клапанный V6, который был доработан специалистами компании Cosworth. Недолго думая, инженеры оснастили этот агрегат еще и двумя турбокомпрессорами K04. И в сравнении с двигателем 2,7 от тогдашней модели S4 на 265 сил, доработанный мотор получил иные головки блока, выпуск и впуск, а также другие распредвалы. Отдача поднялась с 265 сил до внушительных 380 сил. В упаковке компактного универсала с крутой системой полного привода это означало размен сотни по тестам за 4,8 секунды, 200 км в час с места за 17,1 секунды и максималка в 250 км в час. Получалось, что машинка быстрее конкурента M3E46, который появился только в 2000-м, и даже быстрее грозной 400-сильной M5E39. В этом деле Audi, конечно, утерла нос своим конкурентам. И все это во времена знаменитого хита Рики Мартина, а именно в 1999. Ну а по промокоду, который вы видите, получите плюс 30% на пополнение баланса в Apex. Все просто, переходите по ссылке в закрепленном комментарии и с помощью Telegram-бота получаете бонусы за подписку, за ежедневные задания и многое другое. А также еще один бонус – это кэшбэк в размере 1% на остаток по счету каждый день в полночь. Переходи по ссылочке в закрепе, вводи промокод и удачи. Людям, которым и этого было мало, тюнинг-компания MTM предлагала просто бомбезную доработку. Вы наверняка знаете, что RS4 B5 выпускалась исключительно в кузове универсал. Товарищи из MTM же это исправили и в 2000-м выкатили седан RS4, построенный на базе седана S4. Автомобиль получил характерные для RS4 расширенные колесные арки, фирменный передний бампер от RS4 с характерными жабрами, значки RS4 по периметру кузова и 18-дюймовые диски BBS. А жемчужиной седана был доработанный мотор от RS4. Доработаны в нем были турбины, программное обеспечение и некоторые другие детали. Отсюда мощность силового агрегата составила уже не 380, а аж 470 лошадиных сил. А момент вырос с 440 до 573 ньютон-метров. Это, несомненно, повлияло на динамику. Так, сверхседан образца 2000 года стал разменивать сотню за 4,1 секунды и разгоняться напрямой, по некоторым данным, до 299 км в час. Что же, в 2000 году такие показатели просто ошеломляли. Ведь суперкар Porsche 911 Turbo поколения 996 с 420-сильным мотором под капотом по паспорту делал сотню за 4,2 секунды, а тут седан Audi. Еще чуть позже, в 2002 во времена хита «Дилемма», контора MTM выкатила уже универсал RS4 с доработанным 602-сильным мотором, размером сотни менее чем за 4 секунды и максималкой в 320 км в час. О нем я уже рассказывал, оставлю ссылку в описании на это видео. Ну а в современном мире RS4 продолжают любить не меньше, чем раньше. Вот проект из Германии, опять на базе седана S4 B5, под капотом которого стоит мотор RS4, но опять же доработанный в лучших традициях современного тюнинга. Рабочий объем всего агрегата взрастили до 3 литров, установили новые поршни и шатуны, иной распредвал, доработали головки блока и, естественно, применили более злые турбины. Мощность данного инженерного чуда выросла до баснословных 1000 лошадиных сил в 2017 году, что под капотом компактного полноприводного седана сулило супердинамикой. Так оно и есть. Размен 100 км в час с места составляет 2,8 секунды. Но самое интересное, что результат 100-200. Ставьте на паузу и пишите ваши предположения. Написали? А я оглашаю.
100-200 седанчик делает за 4,1 секунды, что на секундочку быстрее, чем Bugatti Veyron, с ее жалким в кавычках результатом 100-200 за 4,8 секунды. Новый Porsche 911 Turbo S в 992 кузове упражнение 100-200 выполняет за 5,7 секунды, а BMW M5 F90 за 7,5 секунды. И еще больше поражает результат 100-300. Всего за 11,4 секунды машинка способна ускориться с сотни до 300 км в час. 0-300 получается всего за 14,2 секунды. Всего на 1 секунду медленнее, чем у Bugatti Chiron. С ее W16 на 1500 лошадиных сил и 4 турбинами. Невероятно, невероятный мотор. Ну а если вы хотите еще похожих роликов про то, как легенды автопрома нагибают новое авто, жду от вас как можно больше лайков. И пожалуйста, посмотрите этот ролик еще раз, что поможет продвинуть его и набрать как можно больше просмотров. Мой же вопрос вам сегодня: какая мощность у вашего авто?